подъехали к великолепному кукольному театру города Казань. Здесь два зрительных зала, один на 150 мест, второй на 250. Есть концертный зал. Очень часто называют творческий центр. Любой ребенок, достигший 5-летнего возраста, абсолютно бесплатно получает азы живописи, то есть познает и обучается игре на музыкальном инструменте. А потом уже по желанию, если появляются таланты, то по программе школы искусств. Вы видите персонажей сказочных, по центру часы, в обрамлении жар птицы, и маленький принц на земном шаре приглашает вас в этот замечательный, в эту замечательную страну. Здесь можно получить мастер-класс, то есть ребята своими руками изготавливают игрушки, то есть в Казани очень часто ставят небольшие постановки, какие-то театрализованные представления, и уже куклы шьют своими руками. Репертуар очень богатый, и поэтому в праздничные дни попасть в театр сложно, задолго каждый выкупает. И напротив театра здесь очень красивые цветочные композиции. У нас с вами есть время. Посмотрите, пожалуйста, на часы. Сколько время московское? 11:30. Обалденный кукольный театр в Казани. Просто шикарный. К сожалению, видео не сможет передать всю красоту. Но хотя бы так хочу вам его показать. Рядом с кукольным театром обалденный парк, красивый. Сейчас пойдем посмотрим. Очень красивая клумба в виде букета лежащего. Высажены цветы рядами. Выглядит, конечно, очень красиво. Парк очень красивый и многолюдный, конечно же. Все фотографируются. Радуйся.